недостаточно. Нужно больше минералов. Нужно больше. Сейчас вопрос. Мам, здесь? Требуется. Слушай, а как долго я в детстве ходил на курсы английского, ты не помнишь? Ну, я про это и говорю. Все время, то есть на постоянке? 3 года. Три. Два года? Ага, понятно. Требуется круто. Минералов. 3. Так, у нас интересный момент игровой происходит в прямом эфире. У нас тут хату. Недостаточно минералов. Товарищ запиливает. Совсем дерзко. Знаете, что не понял? А пол-то, собственно, его где поставленный? Я покажу ему сейчас, что я иду к нему. Парам-парам-пам. Ой, как же сейчас у него припекет. Я даже, наверное, буст на этого парня закину. Хани-бани. То есть я ему просто не даю делать нигде нычку. Обратите внимание. И чел реально базу поставить не может. И у него газ один. Он просто не может воткнуть никуда и ничего. Я, кстати, тоже не могу. Сейчас. Ну, я, кстати, видимо, поставил, но сверху. Адепт. Это очень важный момент. Я увидел Беллингнест, кстати. Да, я увидел Беллингнест. Так. Единственный у него вариант, единственный, какой только можно придумать, это ломиться на меня. Но на мертвую застройку протоса ни один вменяемый зерк ломиться не будет. Диспен-то у него тоже один. То есть прямо сейчас надо выходить в развитие. Точнее, уже давно пора выходить в развитие. Что ждать-то? Беллингов-то я и увидел, он в них вложился, он на них сделал ставку. Допустим, у него стоит там четвертая база. Ну, вторая, четвертая, да? Будем ее так называть. Но сюда он не пробьет. Никогда в жизни. Единственное, что он может сделать, это Нидус. Но у него нет лайера. Есть, конечно, еще гипотетическая вероятность какого-то передропа потенциального. Так, да. Ну, очень маленькая вероятность. Вот так вот, чтобы Нидус сюда не влез. Так, это сюда. Сюда.
побольше сентрей, пускай ману копит. Сразу добавляем виспены на второй базе, чтобы уже можно было газ подкопить. Так, это пробка 6-7. Мортов делать будем, сентри ману копит. Вроде все здорово. То есть прямо сейчас надо проверить, что у него за ситуация. Залетаем, летим вверх, проверяем все локации по очереди. Прям все-все-все по одной. Так, грейд на атаку. И Мортова под бустом быстренького. Еще сентрика. Первых зивотов. Лейер только заказывается. Вторая база только построилась. Возможно, у него сейчас даже 4 хаты. Орка делается. Да, как я и говорил, 4 хаты. 4 хаты против 2. Так, пацаны, объявляю голосование. Как вы считаете? Как вы именно вы считаете? Смогу ли я пробить с 2 баз 4 базы зерга? Я, если честно, думаю, что нет. Возможно ли вообще такое? Способен ли человек на это? Или только DeepMind могут такое устроить? Невозможно вызвать здесь. Так. Я иду очень по-хитрому через низ, так чтобы он об этом как бы не понял и не узнал. Я же ему дал вид, информацию, что я как бы наверх собираюсь, типа в третью базу. Типа. Так. Эту пробку оставляем тут. Две базы против 4. Две базы против 4. Проблемы у меня с деньгами. Их очень много. И выход через паузу. Бэм. Всего-то надо было узнать, что у зерга изначально открытие через пол. И он поплыл. Но он успел выйти в гидру. Это самое главное, что он почти отбился. Стоило ему убить мою призму, и игра бы закончилась. Так, ну где-то была 6-я минута. Ой, несерьезно. Ты чё, здесь был лютый пот. Мысли несерьезный. У него 50 рабов, столько же, сколько у меня, но экономика все равно лучше, потому что
дроны распределены. Хотя это одно из его баз, толку, естественно, немного. Разве что личинки. Вот если бы он начал масить собак очень дико агрессивно, но это контрит с филдами. Ты к нему выходишь, и он с 4 хат начинает заказываться. То есть у него не было ресурсов свободных на руках, он их тратил. Но с гидрой он, конечно, поторопился. Зергл лучше бы он намасил рачей слингами, треведжерами. Не могу сейчас показать, как застраиваться, но так же, как и на всех картах, с одной стороны на другую. Либо по диагонали, либо по вертикали, просто не знаю, про какую карту еще речь идет. Я же их по названиям-то не помню. А сейчас у нас будет женский стрим, точнее стрим с участием женщин. А что только сынты светятся ярко. То есть те, которые включают Гвардиан, они ярче светят, оказывается? Фига себе, я не знал. Боже, какой красивый StarCraft. Близы могут, смотрите, светлячки. Смотрите, у него шлейф сзади даже светится. Круто. Это все эффекты. Убираешь эффекты на ноль. И все, уже никто не светится. Зато тебя это не отвлекает. Не, ну эффекты очень полезно врубать на стриме. Так, надо переименовывать стримы.